Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас специально для вас я нахожусь в Турции, регион Кушадасы. Это первая моя поездка после коронавируса. Отель, который мы будем инспектировать, Pine Bay. Находится он на холме, на горе. Сейчас вам все покажу. Пойдемте со мной. Ресепшн возле отеля. На въезде нам мерят температуру. Служба гастролейшнс. Сухое дерево прямо в центре отеля. Это ресепшн. Все красиво, все чисто. Вот эта девушка меня будет сопровождать. Видите, как она защищена. У нас померили температуру на входе. Отель большой, красивый, все шикарно. О, Анекс Тур сидит. Куда мы идем? Куда? Давайте быстренько посмотрим. Это у нас бар. Sunset Bar. Можно выйти на террасу, на балкон. Балкон открывается, вид на пляж, на бухту. На улице есть удобные кресла, низенькие столики, все в турецком стиле. Можно попить чай, кофе или коктейли. Внутри отеля прямо растут деревья, бассейн, или это фонтан, но, скорее всего, это бассейн закрытый. Очень интересная концепция. Здесь находится главный ресторан, я так думаю, там дальше. Ну, пойдем сюда. У них спуск справа, подъем слева, то есть они очень стараются соблюдать правила. Main ресторан? Yes. Это главный ресторан. Давайте сходим в него, посмотрим. Друзья, если вам понравился данный видеоматериал, подписывайтесь, это будет ваше спасибо, самое лучшее для меня. Расскажите про мой канал своим друзьям, знакомым. Также пишите ваши комментарии и отзывы. Я буду вам за это очень признателен. Спасибо, что вы смотрите меня. На входе девочка мерит температуру. Так, ага, уже начинается обед. Поэтому можно кушать на балконе на улице. Можно кушать внутри. Уголок хлебобулочных изделий, пиццы. Прямо здесь в печке вам ее готовят. Баклажаны, шпинат, кабачки, курица. Здесь раздача через окошки, пюре, курица. Тут не вижу, что закрыто. Так вот вам выдают еду. Видите, как они вообще закрыли все. Очень, очень строго у них. Крылышки куриные. Это уже паста у нас. Макароны. Thank you.
закуски. И у нас зона салатов, зелени, маринады. И, конечно же, бар. Как же без него? Вот он весь ресторан. Друзья, если вы хотите поехать на отдых в этот или другие отели по миру, вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска payviking.by. Самостоятельно подбираете, бронируете, оплачиваете, все делаете сами. Или второй вариант, вы можете связаться с нашими менеджерами, сайт viking.by, раздел «Контакты», и мы организуем отдых, который вы хотите. Окей. Снимаем здесь еще. О, тренажерный зал, круто. Сейчас мы сходим в него быстренько, пока девочка побежала за ключами. Вот они, настоящие деревья, настоящие кусты какие-то растут здесь. Геймленд закрыт. Джим. Раба. Что у нас в джиме? Беговые дорожки с видом на территорию отеля. Чикаюдрим. Центр. Мировая. Покажите нам. Это у нас спа отеля. Зона отдыха. Хорошо. Покажи нам. Давайте открывайте. Я смотрю. Так, никого нет? Конечно. А я вот хорошо. Хамам. Сауна. Открывайте, пожалуйста, если можно. Если там никого нету. Опа. Угу, да ничего страшного, мне хватает. Еще есть два хамама. Это влажная сауна, да? А, это душ просто, да? Это влажная сауна, но сейчас. Сейчас не работает. Угу. Еще один хамам. Давайте я так. Просто она выключена, но. Чтобы было понимание. Ну, на пару набирается. Угу. Хорошо. Все, да? Бассейн у вас внизу. Комната еще есть. Бассейн. Давайте внизу. Посмотрим массажную комнату, одну или две. Все убрано, потому что сейчас надо выходить. Массажные комнаты. Отлично. Это у нас бассейн. Прямо в отеле. Сверху находится ресепшн, лобби и тут же бассейн. Прикольно. Мы вышли с вами на территорию отеля. Куда идем? Left, right? Мы с вами этот бассейн видели сверху. Вот он вам. Сблизи. Душ. Ага. Вот это лифт. Он опускается сюда, к бассейну, с главного ресторана. Пропустил. Но мы назад на нем поднимемся. Здесь есть снэк-бар. Сейчас мы в него с вами сходим. Детский бассейн, видите, даже мамы сидят, отдыхают.
бар. Здесь можно перекусить. Здесь итальянский а-ля-карт по вечерам. Здесь все стандартно. Скорее всего, гамбургеры, пицца. Все готовят, вы подходите, заказываете, вам делают. Вот то, что я говорил, давайте посмотрим у ребят. Опа. Из Бизи сказали, карт занят, будем ходить ножками. Ничего страшного, прогуляемся. Значит, смотрим, что у нас здесь. Песочек. Ребятки сидят, все классно. Единственное, что там есть большие камни, поэтому на это стоит обратить внимание. Песок классный. Здесь есть бар. Мне предложили вариант вернуться на лифте и поверху пройти. Ну, я решил попробовать через пляж пройти к аквапарку. Давайте пройдемся. Мне кажется, здесь будет ближе. А здесь лягушатник для детей. Песок, камней нету. Ну, там, по крайней мере, где люди плавают. А здесь, вот смотрите, я покажу вам с понтона. Видите? Вот про что говорил, здесь крупная галька. Вода прозрачная. Я бы здесь пожил, мне нравится. Смотрите, какой большой отель. Pine Bay. Там вот, где я сейчас вам показываю, находятся павильоны закрытые с обслуживанием. Стоят они от 55 лир и выше. Там вам напитки, еда и так далее входит. Здесь мини-клаб располагается. Как я говорил, здесь мелко, поэтому здесь купаются дети. Это вот мне как раз-таки наш сопровождающий подсказывает. Так, есть два варианта. Ступеньки или подъем. Выберем ступеньки. И вот, что мы с вами видим. Еще один бассейн, еще одна территория, закрыты от солнца шезлонги. Красивый вид открывается. Поднимаемся сюда. Здесь еще один бассейн. Детский, 1,40 м. Yes, Russian. Это аквапарк. Так, здесь детский еще у нас есть. Я их чуть не проскочил. Но мы сюда забежим на обратном пути. Маленькие. Круто. Ну, для детей здесь вообще крутяк крутейший. Аквапарк уже работает. Единственное, что у них с 12:30 обед, а как раз таки сейчас где-то 12:30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 водных горок. Самое классное, это вот это, наверное. Такая вау, потом вас скидывает. Вот сюда. Так называемый, ну я так называю, унитаз, когда смывает себя вверх ногами сюда. Водичка красивая, прозрачная. Вот там мы были с вами. Это главный корпус, оттуда мы с вами пришли. Видите, там элеватор как раз таки находится, извините, лифт.
Опа, еще одна зона для маленьких детей. Здесь грибок, горка. И по горке вы в другой бассейн съезжаете. А я так понимаю, этого бассейна еще ниже. Спускаемся с вами в детскую зону. Еще один бассейн. Детская зона, видите, она огорожена. Здесь где-то я видел еще амфитеатр. Амфитеатр, yes? Ага. I'm the floor. Окей. Они сейчас ремонтируются. Ну, я сюда забежал, чтобы вам показать, что он здесь есть. Когда они его сделают, здесь все будет круто. В амфитеатре делают новый бар. Kids Club. Площадку вам с другой стороны покажу. У них тут разделено на зоны. 7-10 лет. Так, теперь мы возвращаемся с вами дальше. Детский мини-клуб я вам не смог показать, потому что сейчас обед. Он закрыт точно так же, как аквапарк. Полотенца выдают. Здесь должен быть рынок, но сейчас все закрыто. Клубные номера, фэмили номера. Двухэтажные бунгало здесь. Возвращаемся с вами на территорию основного корпуса. Мы с вами были сейчас возле аквапарка и идем ножками к основному корпусу. Территория здесь большая. Мы вернулись с вами в основной корпус, это главный ресторан, и здесь же выход на ресепшн. В принципе, не так далеко, как я думал, идти до аквапарка. Видите, разделение. Это подъем. А здесь нельзя идти. И пойдемте на ресепшн. Тип номера, скорее всего, это будет стандарт. Значит, что у нас здесь? В коридоре ковровое покрытие, тип номера у нас стандарт. Одна кровать, вторая раздельная кровать, одноместная. LCD-телевизор, кондиционер центральный. Балкон с видом на территорию отеля и на море. На балконе есть два кресла, столик и сушилка для вещей. Ванная комната. В ванной у нас душ и ванна есть. Фен настенный, обычный, лучше берите свой. Чайный уголок. Холодильник. Если открою, конечно. Ага, только надо снимать, тут как-то интересно. По-турецки все сделано. Сок, вода. Сейф бесплатно, бар бесплатно. Каждый день обновляют. Тапочки. Опа. Давай сам еще раз эту красоту покажу. Вау, вау, вау. По основному корпусу
сожалению, мне не покажут другие типы номеров, не знаю почему. Сказали, что они отличаются единственным размером, кроватью, там одна, две кровати, большая. То есть все то же самое, только увеличивается размер комнаты. А так все будет одинаково. Ну и вид может меняться. Ребят, я выбил себе еще одного сопровождающего, это Исмаил. Поэтому мне покажут еще один тип бунгало. Я так понимаю, это будет... Ну, сейчас посмотрим, какой. Я не знаю, какие мне покажут. These are bungalow area. All rooms, all bungalows are connection rooms. All family rooms. Two room types. Junior family and club family room. First showroom is club family room, big family room. Second showroom is junior family room, small family room. Ребят, вы все слышали сами, я переводить не буду, что у них есть здесь family, connection room, то есть комнаты можно соединить, и несколько типов номеров. Сейчас мы посмотрим, нам какие-то покажут. Так, это у нас корпус C, номер. Номер 503. What type? Club family room. Club family room. Yes. Это большой номер. Первая комната, стоит диван, чайный уголок, холодильник. Он пустой. Идем дальше. Ванная комната маленькая. И здесь душ, обычный душ. Душ is in here and main bathroom is in room. Я думаю, что здесь их два. Давайте выйдем сразу на балкон. Кондиционер индивидуальный. Балкон большой. Два кресла, столик. Прямой вид на море и на территорию отеля, на сад. Идем дальше. Здесь налево у нас с балкона сразу мы заходим в комнату. Она закрывается дверью. Две кровати. Тоже кондиционер индивидуальный. LCD-телевизор. И здесь есть еще одна ванна. Вот она. Здесь душ и ванна. Раковина. Фен маленький. И, соответственно, туалет здесь тоже. Сейчас вам покажу. Все чисто, аккуратно. Так. Шкаф. Большой шкаф. Ух, какой. Здесь очень много вещей можно разместить. Закрываем и идем дальше. Еще одна комната. То есть их всего здесь три получается. Здесь две отдельные кровати, кондиционер, есть окно, здесь шторка. Можно поднять, у вас будет вид оттуда, откуда мы заходили. LCD-телевизор и кондиционер индивидуальный. Все очень круто. Отель для спортсменов. Здесь не получится набрать лишний вес, так как вы будете подниматься вверх-вниз. Это корпус D, номер 604. Видите, балкон сразу же, сушилка. What kind of type? Junior family room. Junior family. На входе у нас сразу встречают две кровати. Единственный момент, что вот кондиционер очень неудобно расположен, будет дуть в голову. Идем дальше. Чайный уголок, холодильник, сейф. Первая ванная комната. Скорее всего, их тоже здесь две. Компактная. И душ. Чисто, аккуратно, все красиво. Вторая комната закрывается дверью. Одна большая кровать, кондиционер, LCD-телевизор. Ванна и душ. Фен здесь маленький. Со всех вам ракурсов все показать. В принципе, все. Все чисто, аккуратно, красиво.
Вот он, основной корпус, и вот он, крыша бара, и мы можем спуститься здесь в главный ресторан. Для спуска в ресторан вам нужно будет спуститься вниз по дорожке и потом повернуть налево. Есть терраса, закрытая крышей брезентом, а есть открытая, где тоже вы можете кушать. И здесь уже открывается вид на море. Вот он, отель. Сейчас я вам поснимаю. Смотрите, отсюда все хорошо видно. Большой бассейн, маленький детский бассейн закрыт тентом. Шезлонги тоже закрытые. Справа есть лифт. Я думаю, сейчас мы на нем спустимся. На входе мерят температуру. Вот наши ребята уже налегают на зелень. Тоже бокал. Чуть не пропустил уголок супа. И уголок сладостей. Фрукты, смотрите сколько, и виноград, и яблоки, и арбузы, и груши, сливы, персики, все, что вы хотите, на любой вкус. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее, приглашайте ваших знакомых друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.